Пооткрывать бэпаки, достать крутых игроков. Нужны монетки? Вы можете найти их у Макса Хантера. Лучшие цены, быстрая доставка. Ссылочка в описании. Всем привет, с вами Ёжик, и сегодня я хочу дать вам пару советов, которые должны помочь в реализации моментов. Обидно же, когда момент создали, а забить не получилось. Прежде всего скажу, чтобы вы не забывали о партнерах по команде, которые находятся в более выгодной позиции, чем игрок с мячом. Казалось бы, вот-вот нужно бить, но не торопитесь. Ваш партнер ждет передачи перед пустыми воротами, отдаете ему пас, и это гол. Переходим к ударам по воротам, и сразу же хочу вам сказать, что в FIFA 17 стоит пробивать в дальний угол, а не ближний. Именно дальний угол поражать легче. Хотел бы акцентировать ваше внимание на рабочей и нерабочей ноге игрока. От этого зависит, как нужно подстраивать корпус игрока до удара и как пробивать, обычным ударом или на технику. Например, если с правого крыла атаки врывается правша, то здесь нужно пробивать обычным ударом в дальний угол. Если в этой же ситуации левша, то нужно положить корпус и пробить на исполнение с помощью кнопки регулировки точности. Идем дальше. Когда же пробивать низом, а когда верхом? В тех ситуациях, где вратарь сильно приближается к моему игроку, я пробиваю низом. Легко катнуть мяч мимо вратаря, и он в воротах. Обычным нажатием кнопки удар. Или же можно добавить кнопку регулировки точности, тут зависит все от положения корпуса вашего игрока. Если пробьете немного сильнее, то это не проблема, оно также должно заканчиваться взятием ворот. Стоит обратить внимание на то, что легкие удары я позволяю себе только тогда, когда перед моим игроком нет защитников соперника. Если же до ворот остается 10-15 метров, то нужен мощный удар низом. Во время первого нажатия удара немного придержали кнопку, тогда быстро отпустили и тыкнули кнопку удара еще раз. Такие удары отлично заходят в этой игре. Чем больше расстояние до ворот, тем больше вероятность того, что я пробью на силу и в верхний угол, а не нижний. Для ударов из-за пределов штрафной площади, собственно лонгшотов, чаще всего я использую обычный удар. Его силу я определяю в зависимости от расстояния до ворот. Тут главное иметь хорошего исполнителя в своем составе, остаться без присмотра соперника и приложиться от души. Очень редко позволяю себе пробивать на технику издалека. Такими голами могут порадовать немногие игроки. Но все же, если такие в составе имеются, можете проверять вратарей соперника. А вдруг не спасут? Ну и на сам конец, моменты, в которых я берусь перекидывать вратаря. Контратаки дают нам много пространства, и если удачно его использовать, то вас ждет выход один на один. И тут мои глаза бросаются на радар, где я смотрю, не выбегает ли вратарь соперника. Важно держать все под контролем, чтобы вратарь вас не подловил. По итогу остается только исполнить и до свидания. Но не надо спешить, иногда соперник дает заднюю. Надо быть внимательным. Подбегайте ближе и забивайте ударом низом. На этом все, с вами был Ёжик, и надеюсь, что после просмотра этого туториала процент реализации ваших моментов увеличится. Если видос вам понравился и вы хотите новый туториал, то не забудьте поставить лайк. Ну и пишите в комментариях, о чем вы бы хотели услышать в следующем туториале. До встречи и всего хорошего! Просто жесть. 250 тысяч монет, 4 мегапака и один пак с большим количеством информов, если не ошибаюсь, их там 11. Это самый крутой пак-опенинг в моей истории FIFA.